Здравствуйте, уважаемые гости, подписчики моего канала. А у нас сегодня летний салатик из молодой капусты и зеленых огурцов. Для него нам понадобится капуста молодая, огурцы, зеленый лук, укроп и майонез. Капусту мы режем пополам, вот так вот таким вот образом разрезаем. И будем нарезать мелко ножом. Можно, конечно, через блендер, но здесь достаточно ножа. Она мягенькая, молоденькая. Нарезаем ее тоненько, такой вот соломочкой тоненькой. Главное, чтобы были тоненькие полосочки у нас получались, вот такие вот. Режем, стараемся аккуратненько. Чем мельче получается капусточка, тем вкуснее. Режется она, я вам еще раз повторюсь, очень хорошо. Выкладываем нашу капусточку в салатник. И теперь будем заниматься нашими огурчиками. Отрезаем кончики огурчиков, нарезаем кружочками, такими тоненькими, ну не совсем, чтобы светились такие, вот видите, какие они по толщине. И будем теперь измельчать, соломкой такой нарезать, чтобы наш салатик был вкусный и красивый. Вот видите, нарезали, также выкладываем все в салатник. А теперь займемся зеленым лучком. Лучок у меня длинный, поэтому я его разрезаю пополам. И также режем очень-очень меленько. Я люблю, чтобы этот салатик был порезан очень-очень меленько. Тогда вкусно получается. Также это все выкладываем в салатничек наш. И у нас остался укропчик. Нарезаем укропчик тоже. Чем мельче, тем лучше. Смотрите, какой он красивый, зелененький. Нарезаем его хорошенько так вот меленько. И также добавляем к нашим остальным всем продуктам. Выкладываем в салатник. И теперь майонез. Майонеза добавляем 3-4 столовые ложки. Это по вашему желанию. Хотите больше, можете и больше. Но 3-4 столовые ложки вполне хватает. Мы не любим, когда сильно жирный салат. Перемешиваем хорошенько, чтобы наши продукты все соединились, подружились. Потихонечку, не спеша мешаем. Главное, чтобы все хорошо перемешалось. Вот такой вот салатик получился. Теперь будем выкладывать на блюдо его или в салатник. Смотрите, какая вкуснота и красота у нас получилась. Просто объедение. Очень вкусный, простой в приготовлении, легкий салатик. Всем советую его приготовить.